Новогодние гульни и маляўнічыя представления. Сегодня Гомельское областное громадское объединение «Союз следчих» организовало для детей и супрацовников следчего комитета масштабное мероприемство, примеркованное до надыходящего свята. Областное громадское объединение «Союз следчих» – одиное в своем роде. У Беларуси подобных формирований больше нема. Зарегистрованное у жнивня 2017-го, и оно еще лет испочало заниматься доброчинной деятельностью. В рамках акции «Наши дети» супрацовники следчего комитета 2 года запар сбирают сродки для детей, яким потребны складанные операции за межами краины. А проша того, у активе объединения – организация новогодних мероприемств для детей супрацовников комитета. На этот раз на святочную елку и представление приехали каля 280 неполнолетних. Я долго выбирала, какое платье одеть. Я сначала хотела длинное одеть, потом подумала, что может одеть все-таки по колено. Я хочу, чтобы праздник прошел весело, чтобы я посмеялась много. Новогоднее свято организовали у областном драматичном театре. Тут, дарэчы, находится магчыма адзіная на Гомельшине штучная елка таких померов. Некольки годов тому яе привезли с Финляндии. Сегодня она стала центром сустрэчы не только детей супрацовников следчага комитета, але и их батьков. У неформальной обстановцы можно поделиться нечем особистым и яшчэ раз порадоваться за своих детей. Следчие люди отказные, але специфика работы не завсёды дозволяя надавать семьи шмат часу. Новогодняя елка – добрая магчымасць побыть разом со своими родными. Исполняя служебный долг, сотрудники Следственного комитета зачастую не уделяют должного внимания членам своей семьи и, в частности, своим детям. Поэтому сегодняшнее мероприятие мы проводим в том числе для того, чтобы сказать своим детям о том, что мы их любим, заботимся о них и поздравить их с наступающим Новым годом. Олеся Нцюрова, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».